Приветствую, коллеги! Сегодня мы отправляем сертификаты. Вот я хочу поздравить наших студентов, те, которые вот учились, те, которые закончили курсы по кибербезопасности, по интернет-вещам. Сегодня мы отправляем сертификаты, и я хочу показать наших успешных людей, тех студентов, кто, собственно, успешно обучился. Ну что, поехали! Значит, первый у нас в списке идет Щербаков Дмитрий, и его сертификаты летят в Республику Казахстан. Значит, у него один сертификат, и, собственно, Дима, я вас поздравляю, это все отправляется к вам. Следующий в списке у нас Куаныш Гарей. Точно, значит, я вас поздравляю, тоже Республика Казахстан, все это дело летит к вам. Следующий у нас в списке Шариф Куршудов, значит, Шариф, у вас даже два сертификата, и это все летит к вам в Баку. Следующий в списке у нас Люба. Значит, я вас поздравляю, это сертификат, у нее даже два сертификата. Это всеобъемлющий интернет и Introduction to Cyber Security. И это все отправится в Республику Беларусь. Прекрасно. Следующий в списке у нас Жаржаляни Ираклий. Да, значит, Грузия, Тбилиси, я вас поздравляю, летит в Тбилиси. Следующий у нас в списке Фархад, он из США, с Хьюстона, значит, этот сертификат полетит в Америку. Значит, коллеги, что самое важное? Не важно, где вы находитесь, важно, чтобы вы учились. Мы учимся, вы учитесь, мы отправляем ваши сертификаты, не важно, где вы находитесь, главное, это результат. Нужно двигаться вперед, сертифицироваться, это приводит к повышению заработной платы, это приводит к новой работе, потому что вы двигаетесь вперед. Поэтому записывайтесь. А, ребят, я поздравляю, ждите сертификаты, где-то за месяц долетят до вас. Поэтому, пожалуйста, не ленитесь потом пойти на почту и это дело все забрать. Трекинг номера тоже вам вышли на почту. Всем спасибо, до встречи.